Всем привет! С вами Метеоводитель Страшный. Ишь, планета 4, белочка. Ну и что? Ехаем. Ух! Без визора не обойтись, какая-то мошка летает. В общем, зацепил коляску. Коляска как бы от этого мотоцикла у меня зимняя. Ну и поедем. Конечно, непривычно с коляской. Ну, вроде не тянет, все нормально едет, видите. Едем в поля, катанем маленько. Давно с коляской не ездил, ну как давно, полчаса назад на Урале ездил. Где эти собаки? Что-то не бегут, удивительно. Заняты, наверное, своим собачьим делом. Бензин у меня открыт, бензина литра 4 я залил, ну и сколько-то там было. В общем, на покатушку должно вполне хватить. Какой расход у планеты у моей, я не знаю. Я даже не знаю, какой расход у планеты вообще. И сегодня у нас будет, скорее всего, разговор о нашей мото-жизни лихих 90-х или 80-х. Каких-то там годов. Ну, это разговор-то должен случиться, если будет с кем поговорить. А так-то я говорю слишком много, и многим не нравится мой базар многословный. Многословие их убивает. Ну, я-то знаю, почему оно убивает, потому что слова несут какую-то информацию или наоборот дезинформацию. Ну и человек, естественно, начинает теряться. Если у него нечем это переварить, он сразу начинает агрессивно на многословие реагировать. У дорожка хороша. Будет дальше, сейчас вы увидите. Что-то я это, ой, аж поднимается коляска. Ну, еду, да, больше 60 где-то. Вот сейчас я сбросил, может быть, где-то 60 еду. Планета моя крутится нормально. Четвертая планетка. Ух ты, прям поднимается колясочка. Летит в воздухе, коляска летит в воздухе, ребят. Просто. Опа! Так. О, курва пердоли. Классно с коляской, классно. Отвык от этого ощущения. Сейчас понимаю, что ощущения приятные. Сейчас мы до упора за КамАЗом едем. И направо свернем. И там нас будет ожидать сюрприз. Вернее, вас. Нас, вас. МАЗ и КамАЗ. Сегодня прям вообще тепло. Классно. Словно бабье лето. Напомню, сегодня какое-то там сентября. Какое-то там. В общем, не знаю, какое. Забыл, короче, какое.
Вот какое вчера было, помню, а какое сегодня, чуть забыл. Ну, сами понимаете, да? Гляньте, пылюка такая вообще. А, там комбайн обмолачивает, вот в чем дело. Это комбайн пылит. А, там же были эти подсолнухи, по-моему. Мы же там с Денисом катались. Какой-то у нас такой тренировочный, обучающий продубас был. Там вот где-то. КамАЗ подъехал под загрузку. Класс вообще. Сельхоз работы уважаю. Тоже был когда-то комбайнером, трактористом, пахарем. Ну и... Да. Что-то разогнался. Это мы встретили. Здорово, братуляс, как дела? А где твой мопед? Братуляс, где мопед? Вижу, что-то блестит. Должно быть, Денис на какой-то планете. Раз блестит, значит планета. Ух ты, аж назад отдало. У брутальца спортивный мопед. Урва пердоля. С чизетовской вилкой. Вот такая коляка. Это какой-то другой. Блеха, стоит ровно все. Намучено, как положено все. Блеха. Вот курец. Может же, когда хочет. Все как положено. Все есть. И колесо ставит даже. Гляньте, все ровно. Не то, что у меня. Все криво. Эх, курва. А может не одевать эти черепушки, а? Как ты, не знаю. Я бы, конечно, не одевал бы. Меня кто фотографировал, я бы ехал, улыбался. А у тебя зажигание какое, электронное? Не, механическое. Сейчас я... Ух ты, сука! Папа, не гони тут, ладно? А как мне не гнать, если я за тобой еду?
Ну что он пылить теперь будет этой хуйней-то? Ты ее выдерни, а то она пылит сильно. Уж дуже сильно пылит. Ну чем не квадрик, да, ребят? Аппараты у нас Дайсоном с Денисом. У него Дайсон называется мотоцикл, у меня Белочка. Сделаны наши мотоциклы из говна и палок. Третья пидорача. Сейчас переезжаем реку Дичня, река Дичня. Еще называют ее в простонародье Дичнянка. Вот она тут, ручеек. И мы сейчас вдоль нее направо поедем. Там есть такой водопадик интересный. Проехал вот здесь вот по прямой. Все, Денис попал. Классно вообще. Коляску, блядь, ее ж понимать надо. Если коляску не поймешь, она поймет тебя. И накроет полностью. Володь, вот мы проехали там, да? Мы и там, и до этого проехали. У нас... Мы едем, как две беременные черепахи. Я бы уже, знаешь, где был? На одиночке. Знаю. Лежал бы в этой луже. Сейчас я кружочек еще сделаем, давай, по луже, и поедем дальше. Давай, братулес, пошел, я за тобой. Пошел. Хочет бортулец, ему некогда. Самое глубокое место, видать. Ноги сырые. Thank you.
Когда у меня был квадрик, я ездил на нем. Ну, на квадрике все проще, ребят. Там нету кайфа такого, как на мотике с коляской. У меня уже ноги сырые, и это уже кайф. Где-то вот на полпути до той посадки, там где-то будет такой вот поворот, излучина такая вот. И Дениса. Денис проверяет аккумулятор, у него там ничего себе дает. Сейчас может быть пропасть связь из-за проводов высоковольтных. Похожее место, ну, наверное, дальше. Вода переполнена, большой уровень воды. Видите, даже ручей вышел сюда, на поле. Класс. Сейчас мы туда заедем, вообще там побуксуем. Денис, видите, не в сапогах, а в кедах. Ну, ему, я думаю, похер. Давай, попробуй. Я думаю, пойдет. Легко. Классно вообще. Вот здесь.
По-моему, это здесь где-то. Это там! И ветки сухие есть. Ха-ха-ха-ха! Брутулец! Я видел страх в твоих глазах! Я видел страх в твоих глазах. Бля, там вот так, нахуй. Иди, давай проедь. Да ну, да. Мне и так сапоги сырые. Слышь. Бля, куда мы попали, брутулец? Разлива, это пруд сливают. Сливают? Да. А, пруды сливают. Пруды сливают, поэтому воды нет. Ну, нам еще лучше от этого, бля. У меня тут... Ну ты, Казбек, не снял меня, как я по воде ехал. Снимал бы. Вот сейчас здесь где? Там. Последняя где... лужа, это самая красивая. Да, я снимал прям там, она чистая была, и прям эти водоросли. Да. Бля, а куда отсюда ехать, брутулец? Ты как шнурки надо завязывать, как мать учила. Меня раньше мама, я просился на улицу, ну, мячик играть. Вот. А я шнурки завязывать не умел. Ага. И она мне всегда говорила: вот учись шнурки завязывать, тогда пойдешь на улицу. И хуй ты когда на улице был. Вот, и я, ну, мне было, может, не знаю сколько. Ну, полгодика. Ребенком был, лет 16. Ну, так. А, вот с таким. Ну, не умел я шнурки завязывать. И вот когда сейчас научился, недавно, позавчера, так маму вспоминаю все время. Ну, да. И вот ты выехал погулять-то. Угу. Когда вот, знаешь, придет момент, когда я скажу: мам, я научился шнурки завязывать. Ты так модно заправляешь эти. Потому что клещи. А. Они железные. А я сейчас страховку делал на Фиата, мне предлагали застраховаться от клещей. Да. 400 рублей на год. Это от зимних. Дорогой клещ получается. Да, очень дорогой. Володь, а ты не кажется, что здесь его вот здесь везде вода? Мне кажется. Покажи зрителям, а то не думают, что мы тут сидим в лодке. Брутулец. Показываю. Ребят, здесь везде вода. Везде вода. Мы не можем вылезти. Кругом. Нет, вода. Мы можем, но мы на лодке. Вот, и мы сейчас, да, вот смотри, вот там лужа для последней, да, есть. Я уже боюсь назад-то ехать. Не, она очень красивая. И вот там вообще по траве хорошо. Да? Угу. А отсюда-то мы выйдем. Не зря я крылышко поставил. Я же крыло сегодня поставил. Ой, я помудохался его ставить-то. Брутулец, а где ж мой... Я что взял вот? Колбасы. Ну, надо поехать-то. Дальше? Ну, да. И вон там где-нибудь прям, да. А, я думаю, там смотри, она и... Там заходит эта вода везде. Ну, потому что это поле, видишь? Это поле вдоль идет, вдоль этой дичнянки. И везде она выступила. Да нафиг эта вода. А интересно, в ту сторону там вроде ниже не выступила, а сюда выступила. А она же вот так под наклоном всегда. А. Ну, может, назад поедем, в ту сторону, вон там, в те вот. Сейчас, вот здесь, а вон там, где раки-то. Да там ванны, раки-то, да вон, посмотри. Вот, там, может, там лужи красивые, поехали. А, ну, поехали. Сейчас я, подожди, переключусь.